Карьеру нашего героя можно считать уникальной. Она показывает, что при целеустремленности снизов карьерной лестницы можно пробиться на самый верх, даже если речь идет о таком серьезном предприятии, как Курганмашзавод. Денис Гончарук пришел на КМЗ в 2006 году. Поначалу работал оператором станков с числовым программным управлением, а через несколько лет руководство назначило его бригадиром участка. Молодой специалист с испытанием справился. Видя это, руководство сделало его заместителем начальника, а затем начальником цеха механосборочного завода. Сейчас 30-летний Денис Гончарук – самый молодой начальник цеха крупнейшего машиностроительного предприятия Курганской области. Сам он объясняет стремительный карьерный взлет просто. Целеустремленный человек, добиваюсь своей цели, коммуникабельный, нахожу общий язык с коллективом. В подчинении Дениса Гончарука 159 человек. Под руководством молодого начальника они изготавливают детали, которые потом собираются в крупные узлы. Те используются при комплектации всей продукции Курганмашзавода, в том числе военного назначения. Можно сказать, что от качества работы подопечных 30-летнего начальника цеха зависит оборонная мощь страны. Карьера Дениса Гончарука развивалась на глазах Валерия Васильевича Чендерева. Он принял молодого специалиста на работу, помог его человеческому взрослению и профессиональному становлению. Имел хорошие отношения с рабочими, то есть он их понимал, и они его понимали. Это самое важное, когда руководитель понимает своего подчиненного, а подчиненный понимает своего руководителя. Тогда будет общее взаимопонимание. И поэтому он добился таких результатов. Начальником цеха Денис Гончарук был назначен 2 месяца назад. С возложенными на него обязанностями успешно справляется. В данный момент объемы производства только растут, и его целеустремленность и упорство, я считаю, позволяют ему справляться со своими должностными обязанностями. Руководство Курганмашзавода не сомневается, что пример Дениса Гончарука поможет притоку на предприятие молодых кадров. Здесь они могут найти применение своим здоровым, честолюбивым амбициям. Валерия Печорских, Николай Волков, Александр Киселев, Кирилл Филимонов. Информационное агентство «Курган.ру».